Привет всем! Это, надеюсь, последнее видео, которое хоть как-то касается тематики сталкера и тех давних времен. Сегодня речь о маленькой опасной утилите. Набросал ее пару лет назад из-за недоверия к другой стороне при проведении сделки, но она так никогда и не применялась на практике, так как знакомый отказался ее в конечном итоге использовать. Собственно, показываю на примере, как ее применять и что у нас получится в итоге. В свое время, возможно, была бы мечтой Васянов на Game.ru. Режимы работы прописываются в ине. Запускаем утилиту. Ждем минут 15 в зависимости от количества файлов. Пропустим их, чтобы не отнимать ваше время. Собственно, как видите, файлы, перезаписаны мусором, можно паковать и выдать сабж за тот самый искомый билд сталкера. Но сейчас ведь вам это уже не нужно. Правда. Ссылочка в описании, там же бонус, набор давних примеров по плюсам из личного архива. Кому нужно освежить память и мой взгляд на то, как происходила разработка Lost Alpha, статья так и не увидела свет в свое время, может, кому-то будет интересно.